Друзья, привет! Нахожусь на очередном нашем объекте. Хочу вам показать, какие допустил ошибки застройщик данного каркасного дома, которые, собственно, приводят к огромным теплопотерям и к повышенным счетам за отопление дома в зимний период. Вот такие вот имеются места. Это очевидные мостики холода. Из-за чего это произошло? Утеплитель просто-напросто сюда пытались напихать. Его нужно было подрезать аккуратно и уложить. За счет того, что утеплитель вот так вот уложили, в этом месте слой утепления сокращается. Доска здесь 150 использована, соответственно, пирог утепления должен быть выполнен 150 миллиметров. Вот на таких вот участках, где утеплитель не подрезали, а просто затрамбовали, толщина теплоизоляции сокращается. В этих зонах она в районе 100 всего лишь. Ну и плюс вот такие вот мостики холода. Также слабые места вот здесь вот, такие вот щели. Вот так вот был собран каркас. Вот здесь вот. И самые слабые места — это у нас наружный угол. Такие вот щели, зазоры. И вот так вот ложим безобразный утеплитель. Вот все вот такие вот ошибки, они, собственно, и приводят потом к большим счетам за отопление.